очень все нравится, очень здорово, позитив, эмоции, все классно. ID Fashion. Real Emotion. Это классический, это наш национальная ткань в европейском стиле. Я сама таджичка приехала сюда показать наш, как бы, традиционный национальный наряды. Сегодня участвую в показе Нафиса Таджикистан. На мне одето шикарное платье, полностью обшито вручную. Образ дополняет прическа и золотые губы, макияж, в общем. Коллекция, которую я презентовала, это коллекция в стиле 40-х годов Мэнри и Монро. И эта коллекция я сочетала наш национальный ткань Адрас с европейскими тканями. Одесса Fashion Week хотела показать такой восточноевропейский мотив, и чтобы народу было это ближе. Если показал полностью Восток, но хотела чуть-чуть совмещать его с элементом и Востоком, но под-европейски. Уникальность в том, что я хочу показать женщину с сильной стороны. Женщины, они хоть хрупкие и нежные, но в глубине души они такие сильные. Хотела в коллекции это показать. Эмоции зашкаливаются, за кулисами столько там волнения, а когда выходишь на сцене, аплодисменты, поддержка, это все успокаивает, и видно, что народу понравилось, самое главное. Я Нафиса Имранова, специально для ID Fashion. Мне понравилось то, что дизайнеры предоставили возможность максимально показать свой талант. И то есть это то, что мы можем пригласить зрителей в свой мир, в волшебный мир. Мы на бэкстейдж Хуршет Саторов специально для ID Fashion. Участвую в показе дизайнера из Таджикистана, его зовут Хуршет. На мне вот такое прекрасное розовое платье с черной отделкой. На голове у меня прекрасный розовый платок с аксессуарами, поэтому очень прекрасный показ, смотрите, не пожалеете. Эта коллекция называется «Принцесса весны».
можно назвать королевой весны, потому что на самом деле здесь очень-очень-очень много ручной работы, которую мы готовили где-то около 7 месяцев. В этой коллекции в основном это местные ткани, которые у нас производятся, и нитки мулине, выполненная работа, это было сделано вручную, то есть вышитой гладью. Наши традиционные орнаменты я поменял полностью цветовую гамму, потому что они у нас состоят из 7-8 цветов, поэтому я выбрал двухцветную. Когда я делаю красоту и людям это нравится, для меня это самый большой подарок. Меня зовут Хуршет Саторов, я дизайнер одежды из Таджикистана для IT Fashion. Я вас люблю. На Одесса Fashion Week. Смотрите ID Fashion.